В небольшой семье пенсионера Альберта Швецова, который живет на проспекте Гагарина 52/1, привыкли экономить. Кондиционера в квартире нет, лампочки все энергосберегающие. Самые прожорливые в жилище горожан электроприборы, микроволновка, да стиральная машина, но и их включают по мере необходимости. Альберт Николаевич взял себе за правило вместе с контролером энергокомпании переписывать к себе в тетрадь показания электросчетчика. И был крайне удивлен, когда цифры из зеленой тетрадки не сошлись с теми, что указаны в квитке за коммуналку. Последнее было 1963 киловатта. Фактически мне пришло 2128. Приписка 165 киловаттов. Если раньше сумму где-то я платил 300 рублей, так в среднем, то здесь мне сейчас счет пришел на 590 рублей. Пенсионер отправился разбираться в свое ТСЖ «Комфорт», где горожанина заверили, что дело вовсе не в них, а в энергосбыте. И именно они выставляют счета за свет. Кроме этого, ему сообщили, что с подобной проблемой столкнулись многие жители товарищества. Некоторые, говорят, приходят, говорит, где-то процентов на 50, на 60, говорит, завышены все данные были. В компании «Оренбургэнергосбыт» говорят, что дома ТСЖ «Комфорт» переводят на расчеты общедомовых нужд. То есть в следующем месяце в квитках жильцов появится еще одна графа за ОДН. И из-за этого и возникли технические корректировки, которые пообещали вскоре утрясти. До 25-27 марта ТСЖ полностью передает нам показания, и они следующим месяцем жильцы увидят более, так скажем, точные данные. В компании советуют горожанам все же заплатить по счетам, а в следующем месяце им сделают перерасчет. Мирик Ульманов, Вадим Нечаев. Наше время.